Записывать. Все, пошло? Пошло. Так, отлично. А, здесь есть. А я что, не вытащил, что ли? У вас сегодня не короткие уроки были? Нет. Нет? А у сестры по 35 минут в школе, в лицее тоже. Офигеть. Так, Андрюха, когда задаю тебе один вопрос, ответишь? Да. Ты точно можешь ответить. А? Какой вопрос? Сегодня какой день? Праздник есть? День учителя. Как сказали, день учителя? 5 октября или 1 воскресенья октября? Не знаю. Не знаю, да? Ты сейчас спроси у них, когда у них день пионерии. Супа, тоже спрашиваю. Чего? Я задал вопрос, никто не может ответить. День учителя когда? 1 воскресенья октября? Или 5 октября? 5? День учителя это когда дети. Разве не 1 воскресенье? Когда дети ведут уроки. У вас такого нет или нет? У нас день учителя все учителя празднуют, а дети ведут уроки. 11-12 класс у вас нет? Вот. У нас так день учителя и в пятницу всегда. Ну это, наверное, в разных школах по-разному. У нас 11. Ну, пятницу, потому что воскресенье праздник. Угу. А как вы в университете празднуете? У нас университет написал, что у нас онлайн. Онлайн празднуете? Да. Классно. Так. Я вчера предвыпник написала. Что там у нас с преподавателями? Ты хоть и виделась? Я говорю, ну да, ходила. А он сказал, ну что там им надо, чтобы оценка была. Так, а почему ошибка записи? Плохо, ошибка записи. Вот Андрюха есть. Нет, никто не хочет ходить в университет. Ну, смотри, дергается. Че ты дергаешься? У меня Дима сегодня на паре, там 26 человек было онлайн. Рассказывает. Я есть хочу. Положил телефон в шкаф, закрыл, пошел на кухню, а они там разговаривают. Я не поверила. Так он говорит, иди посмотри, открываю. Они там, учитель разговаривает. Шкафу. Нет, шкаф телефон положил, пошел на кухню. Есть, я говорю, иди посмотри. Пошел, говорит, не, еще разговариваю. Потом опять, о, говорит, закончилось. Тоже в Сливсе, но он в кинотерапии, поэтому там 26 человек было онлайн. Говорит, меня не спросят. А я жене поставил фотографию. Все, он отходит, и фотография ее. Она сидит. Я говорю, дело жизнь, что ты сидишь? Не, надо слушать, надо слушать. Это курсы были. Я говорю, иди, вот мне тоже надо подсуетиться и вот курсы пройти тоже. Онлайн, чтобы никуда не ходить. Да, Юрий Саныч. С утра я аж ходил, после обеда Юрий Саныч. Куда? А сейчас уже там другой человек. Куда ходили? На курсы. Не помнишь? Курсы чего? Курсы проходили для высшей категории.
раз-то завершилось. Что ты хочешь тогда? Ага, о, все. Так, ну я думаю, что... Никто не придет. Ну вот кричит Макс. Тут кто может кричать? Ты сюда. А я его видел. На улице. Да? Сигареты? Или сигары? Что будем делать, пацаны? Это тебе не кричешь? Ну что, Ксюха, поборешься сегодня? Нет, у меня сегодня тренировка. У меня теперь каждый день тренировка. И вчера была. Что ты там делаешь? Если все у тебя здесь в одни ворота. Как ты тренируешься? Нормально. Это же сын, он выше, он сильнее. Вот возьми Андрюха, я хочу подстричь. Не хочу, а то проиграть. С кем ты там тренируешься? Не, нормально. С девочками как раз нормально. А, с девочками? Нет, я с девочками не тренируюсь. С девочками ужасно тренироваться. Вон возьми Вику и поговори. Я
Yeah.
люблю праздники, Андрей, а? Андрей, почему я не люблю праздники? Почему я не люблю праздники? Вот тренер, как ты думаешь, почему я не люблю праздники? Я думаю, вы должны любить праздники. Нет, праздники я люблю, но я их не люблю. Каникулы не люблю, праздники не люблю. Потому что мало народа. Да, вот смотри. Стоп, с той стороны. Там один, пожалуйста, заправься и встанешь. Объясняю. Вот смотри, да, вот смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот кто из них хочет бороться, пахать, а кто не хочет? Да. Первый вот хочет, будет второй работать. Не хочет, да. Третий хочет. Хочет. Любил. Он пришел, Руслана думала смыться на нее, потом думала, ну ладно, пойду так. Ладно. Что тренер не ругал, да. Она всегда входит в праздники и не праздники. Хочет. Но стесняется, что иногда что-то не получается. Да. И получается, что один начинает бороться, а другой не хочет. Что ты так? Так, все. Сейчас мы девочек ждем. Осторожненько, осторожненько. Все, Алинере. Алинере. Дрепт. Ре. Значит так, поздравляю вас с праздником учителя. Учитель, я вас попрошу провести разминку. Так, то, Петря, давай я сразу тебя ударю. Иди сюда. Иди сюда. Поворачивайся. Чтобы ты сразу себя хорошо вел. Штаны снимай. Так, снимай штаны, морду бить. Поворачивайся, поворачивайся. Так, чтоб ты помнил, блин, что я тебя убью. Все, направо. Проведи, тренер пробует разминку. А мы можем пойти. Вот сейчас уже готов. Раз, два, три.